Один элемент за другим и громкие овации. Константин Черняев уже несколько лет занимается в цирке Маугли. Паркур, по его словам, это способ отдохнуть и создать свое собственное выступление. Вместо крыши навесов здесь постелены мат на асфальте для безопасности. Волокжанин в упорной борьбе дошел до финала и только на конечном этапе уступил победу спортсмену из Череповца, заняв второе место. Первый раунд было пройти, ну так, сложновато. Потом было полегче, а вот в финале было так сложно. 2-2 пары участвовали. Вот я прошел. Потом заказывали элемент, мы повторяли. Там кто не повторял, тот выбывал. Но вот в конце мы остались вдвоем. И потом у нас был как бы 2-2 просто. Паркур, стритбол, BMX и воркаут. В минувшее воскресенье в областной столице состоялись соревнования по уличным видам спорта. Собрать в одном месте самых талантливых участников удалось благодаря фестивалю с символичным названием «Дыхание улиц». Побороться за победу приехали не только волокжане, но и жители Сокола, Грязовца и Череповца. А участники в категории все 14+. И в чем отличие, наверное, уличного спорта в том, что он стихийный и, скажем так, неорганизованный. Поэтому здесь с ними немножко сложнее, потому что представители уличной культуры, они в основном, конечно, все сами по себе, их сложно организовать. Обычно участники таких соревнований выясняют, кто из них лучше между собой во дворах. Сейчас, после фестиваля «Дыхание улиц», пусть и нет в Вологде официальных представительств уличного спорта, у победителей есть свои призы, доказывающие, что они лучше. Кубки, как у участников официальных соревнований. Спортсменам в этот день присоединились и уличные танцоры. В перерывах между состязаниями они исполняли так называемый джем. Всего фестиваль «Дыхание улиц» собрал около сотни участников. Главное, считают организаторы, им удалось доказать, в Вологде есть уличная культура. Планируется, что такие соревнования станут ежегодными. И в следующий раз к представленным видам спорта добавятся такие экстремальные дисциплины, как катание на роликовых коньках и скейтборде. Павел Громов, Алексей Романов. Новости Вологды.